Самые активные семьи сельских территорий нашей страны вновь собрались в Саранске, чтобы принять участие в спортивном фестивале. Впервые мероприятие под названием «Спорт в село» проходило год назад по инициативе депутата Государственной Думы Юлии Оглоблиной. Уроженка Тарбеевского района не понаслышке знакома с проблемами сельских территорий нашей страны, поскольку ее детство прошло в деревне. Я всегда принимала участие. Это спартакиады, которые проходили постоянно и в школе, и в районе. Но я выбрала музыку, и так как удаленность была большая от деревни, не всегда успевала заниматься спортом. Вот было бы поближе, да, вот именно от дома. Естественно, было желание. Я хотела заниматься волейболом, да, я хотела заниматься другими видами спорта. Поэтому и я активно продвигаю программу «Спорт на селе», которая по поручению президента разработана, и он снова обратил внимание на совете по спорту на прошлой неделе о том, что эта программа должна быть принята. Спортивные семейные мероприятия – это всегда особенные события. Их ждут, к ним готовятся, и постепенно они становятся семейной традицией. Николай, Вера и Семен Чернышовы из села Троицкое Омской области приехали на фестиваль во второй раз. Год назад в своей категории они стали бронзовыми призерами. Сын Семен занял 3-е место в многоборье, а папа выиграл состязание по стрельбе. В этот раз Чернышовы хотят замахнуться на победу. Саранские организации, конечно, все хорошо, помещение оборудовано, все, участвовать просто приятно. Место проведения лучше не придумаешь. Конечно, за такие проведения соревнований это только за. Хотелось бы просто, чтобы было, все регионы были представлены, чтобы больше регионов, больше азарта, больше конкуренции, интересное общение, больше людей. Это очень интересно. Это правильно. Если это будет проводиться дальше, только за, поддерживаем. В программу фестиваля входят несколько спортивных дисциплин. Среди них эстафеты, дартс, многоборье, стрельба и другие. Семьи делятся на категории в зависимости от возраста и пола ребенка. В этом году участие в турнире принимают команды из 9 регионов. Они будут состязаться в течение 3 дней. Но одними только соревнованиями программа пребывания в столице Мордовии не ограничена. Гости отправятся на различные экскурсии, посетят музеи, выставки, а также спортивные мероприятия. Юрий Осипов, Александр Зюзяев. Программа «Наш спорт».